А в Нерюнгри открыли новую спортивную площадку. Торжественное открытие прошло в необычной форме. После напутственных слов представителей районной городской администрации на новом поле состоялся дружеский матч по футболу. Обо всем подробнее Галина Якимчак. Право перерезать символическую ленточку на входе в новую спортивную площадку было предоставлено главе Нерюнгринского района Виктору Станиловскому, исполняющему обязанности главы города Нерюнгри Артуру Яковлеву и Владиславу Алексееву, директору управляющей компании «Жилремсервис», в ведении которой находятся близлежащие дома. Бюджет 2017 года мы, конечно, должны серьезные денежки положить на развитие спорта. Взаимодействие двух администраций плюс еще привлечение больших компаний, конечно же, даст нам что? Только положительный эффект. Новая спортивная площадка – это небольшая территория, огороженная забором с несколькими входами. Здесь есть ворота для игры в мини-футбол, баскетбольные кольца, можно натянуть волейбольную сетку. Но самое главное – это ее мягкое покрытие. Здесь покрытие несколько имеет особенность. Оно просто раскатывается по поверхности. Поверхность здесь не бетонирована, не асфальтирована, просто отсев хорошо утрамбованный, специальной утрамбовочной машиной. Вот посмотрим, насколько его хватит и насколько это качественно будет спортивно выглядеть. После открытия на новой спортивной площадке состоялся товарищеский матч между студентами Южно-Якутского технологического колледжа и технического института филиала СВФУ. Площадка важна для развития детского футбола, как бы, чтобы игроки получали немного опыта здесь, начинали здесь свои узы футбола. В ближайших планах городской администрации восстановление еще одной спортивной площадки. Власти уверены, спорт должен приносить удовольствие. А задача муниципалитета – поддержать такие начинания и способствовать им. Галина Якимчак, Семен Амосов, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нерюнгри.